можна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. Слышу голос из прекрасного далека, то последствия большого косяка. Кайфанул я, ну не так, чтоб очень много, и ткнул я тот косяк всего слегка. Курнув немного плана, я улетел в нирвану, в блаженную нирвану. Там буду жить, а чтоб там задержаться, мне нужно лишь догнаться, и вновь я собираюсь косяк свой запалить. Но трава — это туфта для наркомана, с нею кайфа на все сто нельзя поймать. Я прошарил у себя по всем карманам и пошел себе другое покупать. Ширнусь я героином, добавлю кокаина, любые передозы мне будут не страшны. И вот я улетаю, реальность посылаю, любимые вы глюки, мои вы друганы. А когда меня ломать начнет как суку, и реальность мне заменит голоса, я продам квартиру, совесть и подругу, и опять начнутся супер-чудеса. Залью стакан манаги, не надо вашей браги, не надо мне спиртного, все это туфта. Лишь парочка дорожку до кубиков немножко, весло крутой жарёхи, и будет красота!